Всем привет, с вами я, Вадим Сена. Продолжаем игру Tomb Raider. Нас, к сожалению, в прошлой серии выкинуло из этого. Вы двое, проверьте там. Понял. Шелковый веер 19 века. Такие были и у крестьян, и у знати. Понятно. Так как это надо кисло. Это Гунбай. С его помощью самураи отдавали приказы на поле боя. Довольно прочный, наверное, из мореного кипариса. Так, боевер Гунбай. Артефактов найдено.
японская гвардия. Артефактов найдено. Ага, еще надо. Документы. Ну-ка. Хорошо. Ничего хорошего. Карта, конечно, тут не ахти, честно говоря. Тут тайник. Когда на эту скалу выбросило, так кроме дождя ветра мы ничего много дней не видали там. Мы натурально даже шевельнуться не могли. Не то что там шалаш построить или еду добыть. Нас кого-то силой какой в землю впечатало. Потом уже, когда буря стихла, отец Матиас пришел. Ну, спокойный такой, ласковый. Вроде бы он уже все про нас знал, там имена, там откуда мы, чё. Главное, на нашем языке разговаривал. Ну, рассказал все об этом острове, в конце выбор предложил. Говорит, короче, пацаны, или спасение, или смерть. Ну, кое-кто отказался там, а он вообще долго не думал, он взял и убил их тут же. Отец Матиас, он вообще решительный, он спокойный такой. Я никогда не видал, что он понты дешевые кидал. Ну, вот я когда стоял на песке, а он такой в крови весь пропитался, в общем, я тогда решил, пойду за ним до конца. Нас когда на эту скалу вы... Понял.
Слава богу, ты жив! Да. Бог здесь ни при чем, Лара. Я тоже рад тебя видеть. Боже, как досталось твоей ноге! Да нет, это только на вид страшно. Ты что-нибудь знаешь об остальных? Ничего. Постой, что ты делаешь? Волки утащили рюкзак с едой. Передатчик со шлюпки тоже там. Если его не вернем, не выберемся с острова. Но тебе нужны бинты, морфии, антисептик. Все в рюкзаке. Черт. Да уж, помоги мне. Идем. О, нет. Нет, 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 нет. Ах, только не это, пожалуйста, пожалуйста. Сейчас. Сейчас. Рюкзак где-то там. Thank you.
специально. От удара припасы. Периода Камакура. Это тоже была часть Яматая? Похоже, вещь американского морпеха. Интересно, тут была крупная часть или небольшой отряд? Эти отметки означают потерянных друзей или убитых врагов? В любом случае, ему нужно было выпить.
перемещение вперед, назад, прыжковый рог. Медленный шаг, перемещение вправо, влево. Действие, взаимодействие, рукопашное, EF, инстинкт выживания, Q, смена плеча, приседание, сетевая игра, S, приближение, карта, результат, топ, текстовый чат, командный чат, рация, бой, огонь, прицельный второй, режим огня, следующее оружие, предыдущий лук, пистолет, дробовик, винтовка. Прикольно. А как... Типа, она должна ползти по той штуке, но не ползет. И у нее ж есть эта штука. Странно. Только рюкзак. И все. Вот он. Так, теперь нужно вернуться к Роду.
Сейчас тебя подлечим. Такая юная леди могла этому научиться. Мне приходилось постоять за себя. Волк ничто против разбитой бутылки. А, он у тебя? Прекрасно. Итак, я полагаю, наш план доставить его на радиовышку? Да, так мы сможем послать сильный сигнал во всех направлениях. Послушай, Лара, нам нужно послать сигнал бедствия, а я не скоро встану на ноги. Да, я боялась, что ты это скажешь. Ты справишься, Лара. В конце концов, ты же Крофт. Боюсь, я не та Крофт. Именно та. Но пока этого не знаешь. Понадеемся, что я быстро учусь. Прошу, береги себя, Лара. А ты тут будешь лежать отдыхать? Ледоруб. Очень новое снаряжение. Начало испытай, ледоруб. Подъем с ледоруба. Вон на той скале. Ого. Поднимись к истоку водопада.